Приветствую. Сегодня пришла посылка с такими вот приколами. Вечная спичка называется или Огнево. Заказал посылку я 25.06, пришла сегодня 16.08, то есть добиралась 50 дней. Какое название, такая доставка. Сначала вечно ждешь, потом вечно пользуешься. Заказал на обзор друзьям. Подарки хочу сделать. Недорого и прикольно, считаю. Рекомендую приобретение, легкий вес, компактно, удобно носить с собой, применяется везде, в любое время, в любых условиях, включая влажную погоду и низкую температуру. Состоит спичка из корпуса металлического, с пластиком. И откручиваемый элемент, осветиленный кремнием. Работа похожа на использование обычных спичек. Выкрутили, черканули ее в бок. Спичка горит. Потом машет полчаса рукой, чтобы потушить. Проще сразу думать на нее, и она погаснет. В серебристом цвете идет. Размер 40 на 30, меньше спичечной коробки. Толщина 10 мм. Вес 18 грамм. Мне кажется, даже меньше 18 грамм, очень легенькая. Цена ее составляет около доллара, ссылка будет в описании. При заказе не забудьте только ждать, ссылка тоже будет в описании. Заправлять можно любой жидкостью. Для зажигалок желательно покупать в магазине очищенный бензин. Пробовал я однажды заливать керосин, так как под рукой ничего не было больше. Зажигается не с первого раза и жутко воняет. А когда знакомый залил бензин, очищенная ситуация поменялась в лучшую сторону. Рекомендую, неплохая вещь. Для туристов не изменила, друзьям на подарки, рыбаки будут довольны. Не забываем подписываться на канал и поставить лайк.